Всем привет! Сегодня готовлю вот такую добавку к еде для кур. Это картофельные очистки. Есть немножко хлеба, покрошу сюда тоже. Добавлю. И добавляю добавку 3 кальций фосфат. Чайная ложечка идет на одну курицу, получается. Ну, я так на глаз посыпаю. Вот такая добавка 3 кальций фосфат. Килограмм стоит недорого, где-то около 10 гривен. И добавляю сюда еще чуть-чуть хлеба. И еще у меня есть добавка несушка. Ее добавляю столовую ложку в эту смесь. И все перемешиваю. Делаю вот такую прикормку для своих курочек, как добавку к основной пище пшеницы. Измельчаю сухари, размачиваю в воде, добавляю измельченную скорлупу яиц. Здесь у меня получилось где-то 1,5-литровая баночка. На это количество я добавляю 3 кальций фосфат. Килограммовая пачка стоит 10 гривен. И добавляю вот такую вот столовую ложку еще смеси несушка для курочек. И чайную ложку 3 кальций фосфат. И третий вариант подкормки для курочек зимой — это тыква. Вот такой кусочек я отрезаю. Ну, это для собаки отрежем, мне собака любит. И сюда вот выложим в тыкву еще пекинскую капусту. И тут яйца вареные. В общем, безотходное производство. Все, что есть, все идет курочкам. Хлеб, очистки, вот эти вот яйца вареные. Это все они с удовольствием поедят. Еще хотела сказать, что вот эти корма, 3 кальций фосфат и несушка, их нельзя добавлять в зерно, их можно добавлять только вот такие вот мешанки, которые я делала.